Вы просите Антона проведать постоянно. Мне вот, знаете, я езжу к нему, чтобы поснять, не для того, чтобы ему там как-то помочь и так далее. Да мне насрать вообще, если честно. То есть живет он там своей жизнью и живет. Я не хочу особо даже пересекаться, пацаны испытывают негатив и так далее. Просто от того, что мы не едем снимать к Антону, вы пишете, съезди, сними с Антоном. Хотя у нас другие планы, мы хотим поснимать что-то другое. Всем пока!